Так. А, я думал, вопрос-ответ будет или нет? Да не, вопрос своими словами. Ну... Своими словами, это что сказать? Ну, в конце прошлого года осенью, да, у меня вот встал вопрос по приобретению техники. Хотелось бы совместить, чтобы эта техника могла работать у меня и летом, и зимой, да, то есть это должен быть снегоуборщик и газонокосилка. Это основные функции, которые требовались для выполнения вот задачи в моем участке. Побродив по просторам интернета, нашел уважаемую вашу фирму, где вот мне предложили технику Куб Кадет. На самом деле достаточно часто возникает ситуация в том, что каждый покупатель, он индивидуален по-своему, да, у каждого есть свои потребности. И техника, она может быть примерно одинакова, но самое главное, чтобы специалист, который ответил на телефонный звонок, смог достаточно там четко, квалифицированно, профессионально объяснить преимущества, недостатки той или иной техники, понять и дал понять человеку, да, какая техника нужна именно ему. И вот могу отметить, что вот с удовольствием я попал на Алексея, который мне достаточно четко смог объяснить, почему я должен выбрать именно эту технику. И я очень доволен своим выбором и тем предложением, которое мне сделал Алексей, и по ценовой категории, да, по ценовой политике, и по самой технике никаких нареканий нет. Как бы все работает замечательно. Добрый, отзывчивый человек. Всегда быстро, качественно приезжает, делает работу по техническому обслуживанию. Если возникают какие-то вопросы по, как говорится, пользованию техники, я всегда могу там позвонить и задать какой-то вопрос. И мне достаточно все хорошо, ясно и четко всегда отвечают. Поэтому всем рекомендую. Как бы обращайтесь к Алексею, обращайтесь за покупкой техники Кадет, профтрактор. Да, это супер.